Эй, вы на канале Бездельник, с вами Бездельник, и мы продолжаем проходить игру Elden Ring. Это уже у нас восьмая серия, и мы закончили ее на том, что вошли в туннель Замогилья. Дракона Экхила мы еще не победили, к сожалению или к счастью, но зато смогли пробраться за него и посетить этот туннель. Как мы поняли, здесь какие-то рудники, шахты, что-то такое, и как бы, кажется, здесь может это надолго все затянуться, поэтому мы не стали заходить туда дальше вглубь в конце той серии. Решили все перенести на эту. Как здесь кто-то умудрился умереть, наверное, блядь, кто-то просто спрыгнул, не дождавшись лифта. Знаете, что хотел я вообще тут изначально сделать? Во-первых, я узнал, что тех чуваков, как раз-таки этих землекопов, можно поджигать с помощью факелов. Именно те, кто ходят со вот этим рюкзаком, там, видимо, какая-то взрывающаяся руда, металл, или, может быть, типа, уголь, там, порох, я хрен знает. Короче, может, с помощью факела этим всем воевать. Что еще, что еще, что еще? Хотел вот тут прочитать, мы с вами не читали вот эти новые призывы. Прах странствующих вельмож. Души вельмож, бродяг и... А, души вельмож бродят и бродят по Междуземью, даже после смерти. Когда-то они хотели найти что-то, но давно позабыли о цели своих поисков. Прах высокородного чародея. Кстати, не помню, с кого мы его выбили. Кажется, это... в прошлой серии был данж, и там мы... Это вам, типа... Хранитель он вот этих катакомб. Ну, короче, каменный такой он был. В самом начале, получается, серии. Нет, после того, как убили Альберика. Альберика, да. У круглого стола. Да. Ребят, ну что я говорю? Переходим по ссылочке, там вот сверху подсказочек. И смотрим предыдущую серию. Что смотреть эту, когда еще предыдущую не посмотрим, а? Давайте читать. Дух вельможи, который попросился в Академию Рая, Лукарии, чтобы изучать магию блестящих камней. Однако недостаток таланта не дал ему права носить каменную корону. Так что он знает только самые простые чары. Такой, грустный. Волков-одиночек, гниющего бродящего пса мы читали. Еще знаете, что я тут увидел? Тут, понятное дело, мы справочники читали. Карты мы читали. У нас всего лишь один треснувший горшок для крафта. И что еще? Мы, кстати, можем повысить силу, чтобы попробовать стрелять с арбалета. Красненько. Ну, как мы и сейчас можем, но не так эффективно. До 14 надо повысить. Я вот не помню, читали ли мы с вами заметки, которые мы покупали, скорее всего, у Кали. В третьем храме Марики, к северу от Туманного леса, до сих пор хранится фляга с чудесным снадобьем. Перейдите мост у большой дороги и следуйте на север по звериной тропе. И еще, руины поселения. Кто-то прячется в руинах поселения, что стоят близ дорог Замогилья. То есть мы самостоятельно должны читать эти заметки, открывать карту и вместе с вами находить эти нычки схроны и идти туда, их забирать. Главное, маслину не поймать, да? Если вы поняли отсылку к чему это. Ну, потому что там также нужно было читать. Не обязательно была пометка на карте в сталкере. Я сейчас про него говорю, да. И там нужно было самостоятельно туда идти. Находить это место и забирать схрон. Что еще хотел? Создание я. Я что тут подумал? Горшки-то мы у нас один треснувший, а вот сушеную рябинку сделать надо. Потому что как-никак у нас вообще-то... Как повысить? У нас вообще-то... Так, при себе. Можно 30. Ага. Давайте сделаем 10. У нас вообще-то при себе поток, на котором мы катаемся, и мы должны его как-то благодарить вкусной едой. Только я не совсем понимаю, как это будет реализовано. Ну, давайте тогда это уже сделаем, когда выйдем с пещеры. Знаете, что я хотел? Я, наверное, хотел отменить пепел войны. Потому что мне вот этот, что он там топчет, это неинтересно как-то. Ну, мы попробовали, не особо. Я тут вот зашел, посмотрел, перед тем, как серию запускать, что, оказывается, можно отменить. То есть, можно отменить улучшение, можно переделать в обычное. Вот. Но я хочу отменить улучшение, и у нас просто будет цепь с вращающейся цепью. То есть это не будет являться пеплом войны. Это будет просто... И он у нас остается. То есть мы всегда можем их ставить, и мы можем менять. Я-то думал, они раз и навсегда, потом нужно, ну, как бы, слот освобождать. Это теряется, нам нужно будет опять найти. Но нет, не надо. То есть это реально очень круто. Так, туда можно спрыгнуть.
А, стоп, это мы наоборот наверх поднялись, да? Да, мы наоборот наверх поднялись. Так, ну ладно, раз здесь, давайте тогда... Нас никто же не должен напасть здесь. Нет, кажется, нет, дракон не должен. Как поток кормить? Вот сюда нужно будет, да, рябину поставить. Давайте это сделаем. Сушеная рябина. Вот. Потоку много зайца скормить во время езды. Мороженое, изюм. Полезный хлам. Маска, привет. Так и непонятно до сих пор, зачем она. Так, а как ее поставить в слот? Снарягу, конечно, надо было в снарягу, я затупил. Ставим снарягу и давайте, наверное, поставим так, нет. Да. И телескоп еще туда поставим. Будем смотреть. Ну и все получается. Вот так. И используем. Кормим потока. И ему приятненько восполняет здоровье. Круто. Круто. Все, с этим разобрались, все понятно. А то я на самом деле под конец... Странно. Конец той серии, что-то мальца так это расстроился, что-то пепел войны мы этот вставили, а он мне что-то особо не зашел. А почему там все умирают? Он мне что-то, да, особо не зашел. Так. Ты как-то здесь больно, да, будет? А, они впереди вниз, понятно, они когда спрыгивали, уже погибали. Так-то у них проблем не было. Еще вот сюда можно было, да? Да, расстроился, что пепел войны, мол, не тот немного. С крафтом что-то не разобрались. Жестикулирование, серьезно? Серьезно, здесь за счет этого открывается? Серьезно? Выгонить. Ноль. Ой, вот опять эти сказки. Ладно, хорошо, руну хоть собрали. Уже норм. Немного, да, короче, был расстроен. Так, забыл как. Ага, окей. Вот только сюда, да? Угу. Значит, нужно попробовать туда на предпоследнюю теперь. Ну, не на предпоследнюю, а получается уже на последнюю именно уступ. Да, что, блин, драконы еще не победили что-то. Ну, по сути, его можно было, но так что-то, блядь, не хотелось геморроиться с этим. Хочу лифт активировать, чтобы он снизу был. А, здесь ничего нету. Оу. Так, все отлично. Отлично. Все умеем, умеем. Скиллуха. А вот сейчас я это не хотел делать. Ну ладно. Зато посмотрим, что внизу. Кстати, а мы можем радужный камушек туда скинуть? Интересно же, да? Мало ли может быть там. А нет, у нас радужных. Мы все в 100 раз потратили, чтобы... их на стенку повесили, опять нам прочитали, что мы можем создать. Опять там прочитали, кто-то написал, что, мол, там тайная тропа, используй камень, что-то такое. А нет, нам туда нельзя, все, окей. Все теперь прекрасно понятно, идем в бой. Да, тут якобы можно не потеть их, не мутузить, а поджигать. Так, но поджигать, получается, мы можем только вот этих ребят. Вот да, вот этих. Все, я поджег. И что, он загорится, нет? Я не вижу, что он загорается. Он будет загораться, нет? Отлично, отлично мы вообще тут. Ага. Ага. Я еще это забыл сделать. Ага. Понял.
Так, что-то не поджигается. Но можно вот так просто сильной атакой, да, уничтожать. Но все равно долго будет. Кстати, мы в прошлый раз здесь камни собрали. О-о-о-о, графон. Мы в прошлый раз здесь камни кузнечные собрали. И здесь их бесконечно фармить нельзя. Ой, да там прям очень глубоко. Давайте, наверное, пока туда не пойдем. Бесконечно фармить нельзя, собираем их только раз здесь и все. Ага, то мы уж в прошлой серии тоже так обрадовались. О, типа, да здесь круто, да здесь их много. Нифига не сгорается. Может, это не эта шахта? Вот, да, кузнечный камень. То есть эту руду мы только раз собираем. Она не будет постоянно восстанавливаться. Угу, так, получается, там было... Опа! Неприятно. А! Вот это неприятно было. Понятно, не надо этим заниматься. Понял. Вот они, противные, жесть. Достали. По-моему, достали, попали прям по лбу. По лбу прям попали. Хорошо, пошли дальше. Просто руда? Передел жрец, да, каждый раз одно и то же. Ну нету там пути, нету, я же вижу. Так, окей, значит, нам еще просто ниже. Ну хорошо. Надо так надо, кузнечные камни зато собрали. Можем качнуться потом. Но я все-таки не думаю, что мы с цепом прям вот прям пробегаем. Так много. Так, вот тут можно было спрыгнуть. Место благодати есть? Нет. Нет, места благодати нет. Давайте смотреть, куда можно спрыгнуть. Угу, получилось. Это клин Марикин, он сломанный, по-моему, да? Не пойму, выше еще можно куда-то? Нет. Если реально попробовать вот сейчас просто факел. Заметили меня, да? Вот, вот сейчас можно попробовать. Смотри, взрываются. Во! А те, получается, не заряженные, что ли, были? На высоте. На том, на первом уровне шахты. Наверное, да. А вот тут у них уже порох. Не в пороховницах, а в загашнике. Обломок блестящего камня. Надо будет потом посмотреть, что за такой предмет крафта. Вот это можно собирать, нужно повнимательнее чутка быть. Зеленые наросты не особо видны. Надо быть повнимательнее. Ну идите сюда. Да, клин Марики светится, значит это правда он. Отходим. И тому еще урон наносится. Дополнительно. Супер. Да, главное просто менять вовремя предметы.
оружие в правой руке в нашем случае. Да, можно просто слабым так бить, отходить, все, готово. Супер, кузнечный камень. А тут прям шахты, я смотрю, да. Ух, стоп, а я уже забыл, это получается... Это получается, мы тут спрыгнули, это спрыг. Это даже не основной путь. Это, в принципе, не обязательно было. Хорошо, а куда тогда обязательно? И есть ли там еще что-то сверху? Угу, получилось, но было на тоненького, на самом деле. Угу. Тут тоже можно было грохнуться. Кстати, там что-то есть? Нет. Абсолютно такая же глубина, даже не буду проверять камни. Вижу, понятно, что там бобо. Так, хорошо. Как бы нам так это все... Все проверить и ничего не забыть. Пока едет лифт, знаете, что хотел сказать? Наверное, пускай серия будет чутка подольше, потому что игра, она под это настроена. Все-таки небольшие игровые сессии, немного не про нее. То есть, если будет серия затягиваться на 1,5 часа, ребят, знаете, так надо. Так, ну это основной спрыг, это мы... Нет, эти, все вот эти, получается, да, нужны лишь только для того, чтобы попасть туда. Вот, да, вот сюда. Все остальное это лишь ступеньки, чтобы сюда добраться. Все, понятно. Значит, сначала я сейчас это изучаю. Это ответвление, а потом возвращаемся к тому лифту. Да, так что, думаю, на 1,5 часа это ок. Если там будет какой-то супер жесткий босс, с которым я буду долго посидеть воевать, я думаю, его тоже лучше включить в ту же серию, в которой я его начал, нежели чем разделять. Вам не будет приятно смотреть на нескольких сериях, как я делаю одно и то же. Это я 100% уверен. Так, руна бедняка. Угу. Тут кузнечный камень мрака, то есть тоже, да, какой-то норм лутец. Я не пойму, а туда был смысл какой-то? Там тоже может быть какой-то, да? Какой-то камень был. Тут прям ворота-ворота уже какие-то. Впереди сильный враг. Не хочется. Не хочется. Давайте тогда еще раз поднимемся наверх. Хочется теперь вот на этот ступчик. Очень хочется. Вот. Ну да, про серию, короче, я сказал. Если... По сути... Мне ничего происходить не будет. Ну, значит, засел за кузнечным делом. Или... Так, кстати, надо сейчас... Да, получилось. Ах, сожаление, понятно. Фейк. Фейк, здесь ничего не было. В серии ничего не происходило. Занялся кузнечным делом, крафтом или еще каким-то изучением, там, прочтением предметов каких-то в инвентаре. Или пробую разные билды, переодеваюсь и так далее. Или, например... Пол серии бью одного босса, то есть, ну или всю серию бью одного босса, я не включу только это, скорее всего добавлю что-то еще, поэтому серии могут быть разного формата. Я не обижусь, если вы разделите его просмотр там на 2-3 раза. Вот, но игра вынуждает так делать, потому что в прошлой серии у нас по сути одни только сильные враги были, ну и там достаточно мало всякого, ну под конец пробежались, там всякое видели, интересно. Там какой-то большой огр-великан такой. И это еще не основной путь был. Или это дракон? Нет, только не дракон, пожалуйста. Роликом не коп. Ага, понятно, это такие же, которые сверху ходят. Надо под ноги ему. Угу. Урона много наносим. Ну, я думаю, он по нам тоже не меньше наносит. Кстати, можем кого-то призвать. Ну, вот я сейчас боюсь это делать.
Так, пса призвал. Ну, кстати, получается. Так, отходим. Нет, урон он мало наносит. Он, по-моему, кстати, когда разгоняется, он, получается, может это... Ой, хорошая так была. Ой-ой-ой-ой. Не буду его обходить. С той стороны. Так, запинаем. Ух, пес спас. Мог сейчас второй топот сделать и все. Мы бы полегли. Медальон Рёва. Угу. То есть мы, получается, основного босса, что ли, этой локации уже победили, но еще не ходили по основному пути. Впереди лжец. Вероятно, навоз. Какой навоз? А, впереди лжец, имеется в виду, что нельзя подобрать? Ну да. Тут нас точно наебали. Молодец. Так, молодец. Молодец. Разбейте камень, создайте сгусток магии. Тратит очки концентрации. В котором заключена нестабильная магия. Можно найти в кристаллических туннелях. И выпустить сгусток магии. Крайне хрупко и потому не заслуживает внимания уважающихся от чародеев. Получается, просто вот магия такая же, как вот эти камни. Угу. Это получается магия, но это не заклинание, а просто вот по факту как такая, типа, граната, бомба, дымовушка, что-то вот такое. Так, и какой-то мы там... Ком смажусь. Это сман другой был. Целевые трёв и атаки дыхания. В древние времена великаны были заклятыми врагами древа Эрт. Их раскатистый рёв уничтожал природу, вызывал обвалы и поднимал огненные бури. А, это, по сути, тот пепел войны, который мы сняли, наверное. У нас там все видео. Рёв был такой. Так, ну хорошо. Было несложно. Можно было даже еще... еще красивше пройти. Мне казалось, у него анимация, он когда несколько атак делал, он мог врезаться в стенку и от этого стан получить. Ну, помчали. Так, тут мы, получается, все смотрели, обыскали, забрали. Это просто спуски. И нам теперь нужно вернуться... к основному лифту, который нас опять тоже спустит вниз. А этот тролль, получается, тролль-великан, такой же, как те, которые встречаются на поверхности. Не допрыгну. Не так много урона. Приятно. Неожиданно и приятно. Думал, все-таки уже ГГ. Кстати, сколько у нас очков-то? Там псы. Ваши руны 3000. Но пока вроде нормально. Но пока одна, что ли? Большой обломок блестящего камня. Как мне нравится музыка, которая пошла. Именно поэтому она мне не нравится. Подставился, подставился. Чё, да? Помер. Помер. Однозначно. Кто-то мне эта музыка не понравилась. Ну ладно, 3000. О, нужно восстанавливаться у Клина Марики и сюда добраться достаточно легко. Ну, кажется, все, вот и подрезюмировали эту смерть. А нам почему-то не дали, да? О, восстановиться у Клины Марики. Ладно, хорошо, сейчас. Вот опять, кстати, багуется эта тема. Нормально вроде. Вроде восстановился. Так. Блин, опять зря я вызывал. Нам же сюда и надо. Я путаю.
А тут я... Всё, я вспомнил, да. Угу. Джон и есть, получается, тот основной. Или еще раз. Да, это он основной. Ну вот, да, мы здесь погибли, здесь, ну, реально достаточно близко. Так, а получится, может быть, по стелсу пса убить? У нас багуется. Он меняет стойку. Максимально неудобно драться. Ну прям максимально. Давайте, может быть, тут получится у нас. Что-то нормальное придумать. Давай. Все, хорошо. Ладно, он хоть с вторым ударом достал до морды пса. Иначе бы он меня просто уже не вывел из серии атак. Так, тут собрали. Нет, это убойка, они должны светиться. Да, они должны светиться. Их рюкзаки. Да? Они смогут взорваться. А что, все? По сути, это все? Один необходимый предмет. Все только ради кузнечных камней получается. Сюда. А куда сюда? Тут же нету ничего. Впереди, тогда слева. Ну да. Это же все. Да? Так что, кто не заметил тех спрыгов, вернитесь сюда и сделайте это. Иначе вы, получается, просто не зачистили ту эту пещеру, всю эту шахту. Вот так вот. Век живи, век учись. Ну, медальон, я не думаю, кому-то он особо поможет. Хотя, может быть, какие-то билды тоже, да, под эти орёвы собираются. Ну, чё-то не думаю, на самом деле, думаю. Так. Нужно нам отдыхать, нужно нам сейчас куда-то. Где мы вообще с вами закончили? А, получается. А, мы вот сюда пошли, да? Угу. Тут посмотрели в этот телескоп. Тут мы, кажется, встречали ночного всадника. Тут какое-то еще одно узилище у нас. Сильный враг, пока это вот на узилище у нас он был. Мы его отметили меткой. Налево мы туда не ходили, кто-то в замке явно есть. А тут нам нужны сердца драконов. Давайте, я думаю, все-таки. Хрен бы с ним. Сейчас отсюда выйдем и будем воевать с драконом. Да? Да. Давайте, наверное, один трай у меня будет с вами. А все следующие я сделаю соло. И включусь уже просто непосредственно, когда... всех победю, и он будет повержен. Ну, потому что, чё, блин, я не знаю. Вы смотрели в прошлой серии, там несколько попыток было. Его легко убить, просто бой достаточно долгий. А, и давайте, наверное, это... крепости круглого стола. Я хочу посмотреть, что мы вообще-то можем купить. У нас есть 3000, мы сейчас можем улучшить либо оружие, либо повысить опыт. Ой, повысить опыт, повысить уровень. Либо улучшить оружие. У нас есть руны, там, бедняков, не бедняков, можем им воспользоваться. Плюс еще можем сейчас пообщаться с NPC-шками, они могут нам чем-то помочь. Но главное не обниматься, потому что это болезнь. Чтобы молитвы делать, это нужно... Что нужно? Это нужно мне мероприятие почитать, либо вы мне напишите в комментах. Но я думаю, не вера. Колдовство, наверное, это было бы логичнее всего. Ты до сих пор не хочешь с нами, да, общаться? Ты что-то новое скажешь? Угу, понял. Все то же самое.
у нас нет колокольных сфер. Так, мечевидный ключ, да-да-да. Так, облики, это все для сетевых. И нам не нужен. Печать пальца. Что дает печать пальца? Священных молитв. Во выучить молитв вместо благодати, чтобы створить молитву, используя священную печать. Так что для этого нужно? Ловкость, вера. Для этого нужна вера. Оба. Значит, нам это нужно. И молитва получается не через колдовство. И не через мудрость. Угу. При использовании благословляет вашу великую руну. Что это значит? Это разовое использование? Или действие остается навсегда? Так, ну, по оружию я, наверное, все то же самое оставил, пока цепь. Фиг знает. Давайте попробуем руническую дугу купить. Че, куда ухожу? Давайте используем. Посмотрим, как это работает. Жалко нам. 4000. Это много. Эй, я вообще куда я полез? Инвентарь. Сколько? Сколько дает? Не дает нам. 1200 это дает. Ну вон, эти руны вообще неплохие. Инвентарь. При использовании благословляет вашу великую руну. Повысило. Кстати, баф так же выглядит, как дебаф от этого фейк благословения от этой бабы, которая нас обнимает. Так, это про лодочник, это про сестру, по-моему. Да. Она просто обниматься будет, да? Кстати, я тут не заметил, тут можно, оказывается, поменять внешний вид. Так что, если кто не знал, знаете, в любой момент можете полностью все сменить. Не-не-не, подруга. Не-не, солнышко, зайка, пусечка. Писечка, давай-ка, нет. Воение пепла войны. За что? Это потерянный пепел войны. Угу. Ну все то же самое можешь сделать, усилить оружие. Сколько стоит? Так, ладно, пока не будем, там уже много достаточно камней. Хотя, почему нет? Давайте все потратим там. А, там, стоп. Так там не 1200 было. Там не 1200 или 1200 было. Там, я не пойму, просто за одну руну было. Мне кажется, за все три. Ну да, там, скорее всего, было за все три. Ну и пофиг. Давай, улучшай. Просто кажется, игра как бы... Кузнечный камень. Какие дополнительные предметы? Два камня. Ну да, просто два камня. Кажется, их достаточно много здесь камней, да и душ, ну, рун. И бедняков, и просто, которые можно нафармить, убивая мобов. Кажется, нужно всем этим пользоваться. Поэтому что у нас осталось там, что еще? Я 300. Руни прокачивать тогда не будем, сейчас возьмем. Угу. Купить. Купаем печать пальца. Так, и куда нам нужно ее ставить?
ставить, чтобы мы могли ее использовать. Мы могли использовать магию. Сюда, наверное. Они у тебя светятся. Так, нам нужно телепортироваться. Мы, конечно, не узнаем. Можем мы что-то активировать? Не можем. Насколько осталось? 1500. Мы ничего не сможем сделать, что ли? 1500. Так, давайте, значит, что? Храм Эле? Нет, не храм Эле. Тут же, да? Что мне будет? Первый шаг. Так называется этот костер. Первый шаг. После того, как мы поднимаемся на лифте. И там, кстати, с нами общается какой-то NPC, которому в прошлой серии ответили, что да, мы хотим заслужить то место. Но как бы мы с вами уже подумали, мы понимаем, что мы его так-так получим. Они сами увидят. Мы ни у кого просить не будем. Мы получим, что и должны получить за свои деяния. Так. Чего теперь? Я не хотел. А как он это сделал? И зачем? Блин, короче, какой-то баг опять. Он каждый раз это делает, когда встает. Короче, хер знает, как он работает. Потому что до сих пор эти баги какие-то есть. Ну, если попробовать сюда встать. Вот, все. Не активируется. Так, мы должны ударить, да? Да, это просто удар получается. Интересно. Ну, явно не против драконка. Огненного дракона огнем было бы странно, да? Согласитесь? Так, хорошо. А, все, а это обычный удар. Хорошо. Что я хотел? Обычное снаряжение хотел. Факел нам не нужен. Ставим сюда цепь. И печать пальца. Все, и мы готовы, получается. Мы готовы. Вызываем поток. И мчим. На битву с драконом. Просто не хочется особо куда-то уходить, чтобы потом возвращаться, раскачиваться, тоже быть каким-то хай-левелом, чтобы прийти этого дракона за два удара сделать. Ну, как бы... Чары и молитвы. Угу. Ну да, мы поняли, поняли, как это работает. Ну, не хочется, ну, потому что как бы и так... ощущается, что мы можем его сейчас победить. Просто немного... немного нужно постараться. Игра как бы на то рассчитывает. Так, мы что подумали? Волки лучше всего, да? И нужно понять, дуга действует навсегда или не навсегда. Ну, поехали, дракоша. Я уже забыл, как с тобой воевать. Ой, ну я правда забыл. Некрасиво получилось. Так, пяточку. Подходим. Ой, у меня же чушь со звуком получилось. Странно. Ой, хорошо зарядили, только дайте. Хорошо, хорошо, прям летели в ноги. Проход в ноги сделал. Нормально, почти половину. Ну все, добил. Кошмар. Стрекоза первый раз удар сейчас нанесла. Я это видел. Казан нападает, надо за мной летает церковь, сумасшедший.
что ты делаешь? Так и будешь летать? Ну реально долго, очень долго, ну очень долго. Поэтому один трай. Один трай с вами, а потом уже до победы. Ну давай, чё ты смотришь-то? Чё смотришь-то? Давай подходи, не стесняйся. Не стесняйся. Кстати, давно он нас вот так не атаковал. Кстати, хорошо, да? Да. Хорошо, что он нас так не атаковал до этого. Ну все тогда, ребят, победю и включусь. Согласна? Я думаю, согласна. Могучий враг повержен. Драконье сердце. В храме драконьего причастия появилась новая драконья сила. Я тут чё, пока пытался, короче, пока у меня попытки были, давайте метку снимем. Как ее убрать? Нет, как и эту убрать? Прикалывайтесь, как ее убрать? Я, короче, проебал руны 1500. Да, бывает. Я не понимаю, как ее убрать. Да, да, понятно. Изменил фляги, чтобы у меня две было с лазурными слезами. По итогу я призвать смог волков только один раз. Да, я заступил. И тут неожиданно, короче, еще. Ну, реально было смешно. Я тут воюю. Там пещера, в которую мы вначале лазили. И тут. Я сюда схожу, и тут такой. Привет. Мистер Крабс занимается своими делами. Он сейчас убьет нас. Так, не, нахуй. Но его дракон запалил потом. Он там охранял эти ингредиенты. Просто листву зеленую. Чего особенного? Что я все подсобрал? Так, да, у потока еще, кстати, давний прыжок есть. Мы его не использовали. Так, тут получается все. Да, 5000 у нас сейчас есть. Можем сходить в храм драконьего причастия. Там с помощью сердца дракона что-то сделать. Тут большой мистер Крабс. Тут мы забрали листву, вот эту красную. Это редкий предмет. Редкий предмет, да. Мы его там вот забрали. И мы там под мостом сами не были. Правильно? Правильно. И вот туда мы еще не ходили. Тут вообще есть что еще на этом болоте? Кажется, не особо. Прям в глаза разбегаются. Куда пойти? Что сделать? Куда пойти? Что сделать? О! Нам краб помешает? Тут маленькие, кстати, крабики, которых мы тоже уже мочили в прошлых сериях. Там вижу. Тут большие крабы вылезли, поняли. Поэтому лоха. Понял. Ага. Ушел, я понял, хорошо. Потом сюда вернемся. Окей. Ребят, спокойствие, все, я понял. Я вас понял, встретимся позже. Хорошо. Ух ты. Там кто-то месяц. Это солдаты Годрика с полу... полулюдьми, да? Давайте используем. Так, стоп, а как? А почему у нас не получается кружить пламя сделать? Не прям получить. Почему не получается использовать? Вот так. Это все? Блин, до сих пор баг какой-то. Да, до сих пор баг. Понятно. Вот называется купили эту херню, блин. Ни черта не помогает.
получится, что ли, всех завалить? Так, мы еще, кстати, должны помнить, что ночью они это озверевшие становятся. Так, ребят, а вы меня потом чем-нибудь наградите, что я вам в бою-то помог? Ведь надо отойти. Угу. Угу. Аккуратно, аккуратно. Солдат. Ага, солдат. Болельщик. Бэк. Степ. Супер. А ты уже на нас? Вот так вам потом и помогай. Никакого уважения. Странствующим пальцем. Дубина, осколок стекла. Понятно. Короче, багуется. Эта херня багуется. Я не могу ее нормально использовать. Итак, я не понял, кстати, после смерти у нас отнялись очки здоровья. Максимальное количество. Или нет? Я так на самом деле не понял. Вроде пытался уследить на том, где же там... Где же там отметка была максимальная. Но не смог. Не смог, не справился. Так, что у нас здесь? Стрекоза противная. Она, кстати, в бою меня атаковала. Лагерь является в видениях, но отчаяние является в видениях. По смыслу. Дославится контрольная точка. Ломтик мяса. А, нечто не поможет. А какая контрольная точка? Никакой контрольной точки, ребят. Ну, вот здесь точно контрольная точка есть, или вот здесь. Давайте найдем какое-нибудь новое место благодати. Новый костер. И... О! Получится приплюк. Получит, не поможет. Должна помочь. Ага. Супер. Получится аккуратно подойти. Тащи яйцо. Маленький дракончик. Так, а где? Вот он. Да нет. Яйца совы, из которых никогда не вылупляются птенцы. Материал для создания предметов. Яйцо такой совы считается символом блаженного сна. Я бы закимарить по-блаженному так. Так, там кого-то эти. Вампирюги, летучие мыши. Жрут. Это торговец? Да, это прям какой-то такой NPC-шный. Прикольно. А, нам еще нужно сходить к этому, к торговцу, который, знаете где? Который на этом берегу. Его мы предметы не покупали еще. У него явно что-то есть. Вот это мы залетели по-папски. Просто цепом папочку раскидал. Без удара. Ага. Готово. Кто готов, всегда готов. Руны бедняка. Ради этого. Так, ладно, окей, там мы все, значит, сделали. Тут. Угу. Понял. Понял, что ничего не понял. Ничего здесь особо-то и не было, да? Все пытались прыгнуть вниз и погибали. Ну, лошары, что сказать. Лошары. Сколько уже пишем? Уже 50 минут пишем. Так, ну это я зря рисковал. Все хорошо. О, а вот и место благодати. Ну да, даже вот если посмотреть по... Этим камням сколько их? Что такое? Это как на берегу? Как я вижу? По 22. Ну да, они вообще никакущие, какие-то червяки. Тут тоже спуск, да? Там получеловеки сидят, да?
Ну да. Там какая-то душа, сюда можно даже запрыгнуть. Давайте тогда, может, ее соберем. Ну, не душа, какой-то предмет просто. Ой, здесь их много. Посмотрим, как у нас сейчас выйдет. О, это крупный какой-то. Понял. Не такой сильный урон. Тебя, дружок. Не достал? А я достал. Ой, ну прям облава, ну прям облава. Прям боюсь, боюсь. Оп, уже боюсь. Чуть не упал. Угу. Да все хорош смешить, вас туда осталось. Ой, ты что, куда так скачешь? Яйца краба. Что, серьезно, ради этого? Краб сейчас не помешает. Да это смешно, серьезно, ради этого? Ради яиц краба? Вообще не серьезно. О, боже мой. Вы что, пытались сюда запрыгнуть? Ради чего? Ну, там не видно, что там что-то есть. Обратно. Скорость снизим его. Ах, дерево. Впереди злой человек. Вон тот. Я рывок сделал случайно. Впереди злой человек. Я не смог отменить и нажал не ту. И вправду злой человек. Злой человек тот, кто это написал. Ладно. Ладно, хорошо. Но мы справимся. Потому что не тяжело, да? Надо просто аккуратненько пройти. Просто аккуратненько. Еще. Еще. Больше ничего нет. Просто немного аккуратности. Да, кстати, чуть сюда сейчас сразу не рухну. Это называется аккуратно. Так, тут просто оббегаем. Хотел посмотреть. Ну там статуя стояла. Вот. Вон статуя стояла. Чё, блядь, на нее смотреть? Статую того здания, из которого мы вышли. Того храма. Там в начале. Чё, это место было? Не потрогали. И не будем трогать сейчас, пока не возьмем. Чисто принципиально. А можно же быстро, да? Потому что не обязательно с ним выиграть. Получится у нас. Четко, четко, вообще круто было, очень круто. Да. Бездельник рад. Скилл не пропьешь. Так, все, садимся. Присаживай. Угу, тут тоже можно попрыгать. Утраченная благодать восстановлена. Давайте фляги поменяем. Как бы, ну, реально, когда нужно ребят призывать. Достаточно одного призыва. Требуется не сюда, понял? Понял, не будем пытаться. Так, сверху мы там были. Давайте обойдем этого торговца и пообчаемся с ним. Пообчаемся, да? Да, там опять это... Это не случайное событие, это... Когда там происходит? Ты кто, друг? А, ты должна быть новая погасшая душа. Дракон убит. Прекрасная работа. Теперь послушай меня. Благодарю.
то драконье сердце, оно используется в особом причастии. А мы об этом знаем. Если тебя одолеет острая тоска по сердцу, при его небывалой силе, отправляйся в ветхий храм, что стоит на маленьком островке у западного побережья. А мы там были. Но и не забывай, тот, кто принимает драконье причастие, однажды лишится человечности. Со временем желание ощутить мощь дракона только усиливается. О чем это ты? Пока плотина не прорвется и желание не превратится в вечную пытку, невероятная драконья сила, она и восхищает, убивая. Не мудрено, но такое причастие губительно. Что еще больше захотелось сделать? Так. Ну да, вот получается, вот эту зону мы еще этот кусочек не обследовали. Так, получается, вот эту низину эту обследовали. Кроме вот этого тоже, да? Так, хорошо. Прибрежная пещера. Мы выходим из пещеры, идем к торговцу. Правильно? Там еще на потоке, кстати, подняться можно. Хочу к торговцам, да, пообщаться, у него купить все, что нам нужно, всякие крафты, не крафты. Это пещера. Раз. Замечательно, я этого не хотел. Давайте уберем вообще. Не работает. Пакуется. Да, это самая пещера, которую мы с вами изучали в полной кромешной темноте. Потому что еще не знал, где этот чертов факел продается. Вот. И как раз таки это ведет к тому острову, о котором нам сейчас тот таинственный незнакомец сообщил. Там, где можно использовать драконье сердце и пройти драконье причастие. А вот это, наверное, другой. Друг. Али. Лаваты. Мне приятности не нужны. Да, мы же еще и продавать можем. Но на самом деле ничего из этого. Не думаю, что. Кстати, тут мы можем не использовать, а просто так продать. Получается, эти руны сразу нам перейдут. Эти ландыши. Давайте прочитаем. Цветные поединочные камни не годятся для обработки оружия с необычными характеристиками. Количество этапов и степень усиления будут отличаться от стандартных. Пол кузнечного камня очень тусклого окраса, то есть для магического оружия. Ну, это понятно, кузнечный камень стандартный, а могильные ландыши и призрачные ландыши, это что такое? Призрачный ландыш, белый цветок, который распускается лишь в катакомбах, рядом с ним приживается дух, усиливает прах до плюс одного, прах которых хранит воспоминания погибших нельзя усилить с помощью обыкновенного ландыша. Белый цветок, который распускается лишь в катакомбах, беззвучный колокол для призыва духов. Мастеров, укрепляющих прах, называют наставниками. Так, что купить? Это пулюли какие-то у тебя есть? Палаш. Ясно. Дубина такая же, как у нас была. Лук. Лук. В Африке лук. Баклер. Ну, сами видели, кстати. Давайте купим заметки. Хотя мы уже встречали и тех, и других, да, по-моему. Земляные грузные, это же крысы. Наиболее уязвимая часть земляных брызгунов, брызгуны, та, которая не касается земли, их оболочка лопается от яда. Их мы еще не видели. Я думаю, это те, типа, как лягушки из Dark Souls, которые яд выпускали. На главах троллей камнекопов остаются старые раны. Понятно. Ну, логично, типа, когда он падает, мы должны его атаковать. Лобершник. Так, хорошо. Давайте вернемся в крепости круглого стола. Зачем? Нет. Ой, не надо. Нам сначала нужно... Смотреть драконье причастие хочу. Что ж там такое вкусное, интересное есть. По-любому же не только потеряется сердце, но еще и потратится руна.
Который у нас есть еще там 5700. 5700, да, все верно. Берем факел. Пока и так светло. Я думал, изначально себе поджигать надо. Превращает в огнедышащего дракона, превращает. Ага, тут еще определенные навыки должны быть, да? Характеристики прокачаны. Превращает в дракона, кусающего врагов перед заклинателем. Расход очков концентрации тоже бешеный, да? А как понять, у нас какой? На 68 сейчас, да? Ну, хватает. Тут даже примерно он считает в скобочках, какое количество раз можем использовать с нашим запасом на данный момент. Удобно. Превращает в огнедышащего дракона, превращает дракона, разрубающего врагов когтями. То есть тоже пока нет смысла это использовать. Потому что, ну, у нас навыки не прокачаны. Правильно же? Правильно. Так, хорошо, давайте в крепость тогда. Не нужна нам крепость. Прежний руин. Давайте тогда дальше берег будем изучать. У нас запись на сколько? На час. Но я думаю, эта серия у нас получилась достаточно укомплектованная. Тут и в пещере побывали, и драконы наконец-то победили, и с человечком пообщались, и знали, как можно использовать драконьи сердца. Давайте сначала прокачаемся, и после этого уже будем заканчивать нашу 8-ю серию прохождения Elden Ring легендарного, дотошного, с полным изучением мира прохождения летсплея от Безденника. Так вот. Повышаем уровень. Так. А, там сил на 14. А, так мы вообще два уровня мало. Давайте силу качнем. Стоп, стойкость повышает выносливость, а ловкость повышает. Ну просто урон повышает. Да, оружие справа повышает. Давайте тогда стойкость теперь качаем. Не силу иду. Надо. Ну, тоже вроде не имеет. Давайте веру. Хотя нет, давайте арбалет. Мы хотели проверить арбалет. Так, и давайте используем, наверное, те руны, что у нас здесь есть. Давайте же нам еще одну прокачку. Нет, нужно еще... Я не буду говорить сколько, но вы поняли, да, там цифра 3 с двумя нулями. За этих чуваков насыпет нам столько, сколько нам нужно. А, не, го, кстати, еще пойдем крабов убьем этих больших. С крабей этого. Упаем тоже. Так, солдаты бодрика в самый последний момент уничтожаем, потому что они живучие. Но тут уже по-другому не получалось. Ты тоже бесишь. Тоже бесишь, уходи. Так, это бэкстеп получился. Так, аккуратно. Латунный щит и кузнечный камень убили. Приятно подрались. Да, нам рун хватает, но давайте с вами сейчас залутаем крабиков. Все крабик. Так, ну проще их, наверное, по отдельности. Сначала вот этого. Да. Как с вами воевать-то проще? Ну, кто-то, вон, кстати, на коне вообще скачет. Все, в атаку пошел. Да. С вами реально воевать-то. Ну, боком атакуешь, понял. Подай придешься, окей. Все-таки, наверное, на коне проще. А, понял.
Атакуешь? Ну как же ты подостал? Ну как бы ты достал это? Так, отлично. Угу. Даже выпало что-то, да? Яйца краба. Ну, мы уже за ними там ходили. Уходили только. Кстати, тут еще вот труп есть, который тоже можно. Блин, они в нем только яйца откладывают. А, все. Умножение клинка. Типа войны собрали. Ого, а это еще воин с этого, с Кайдена, по-моему, да? Ребят, ну вы как-то по отдельности, что ли? Понял. 1-1. Заметили, еще здоровье отдельно у коняхи есть? Можно скинуть, получается. Босс того нельзя был. Вот мы его скинули. Так, еще стрекоза. Ну иди сюда, бешеный. Ну и сейчас как угорело. Иди в задницу. Ломтик мяса. Избиватель. О, это что-то прикольное. Топовый лут пришел к нам прямо сам в руки. Такое мы любим. Так, все. Отстань. Отвали. Так, все, возвращаемся к месту благодати, оттуда и стартанем следующую серию. Мы эти получеловеки ищут, что-то хотят, гуляют. Давайте посмотрим. Сбитель. А где он? А вот же он, я чуть не увидел. Изогнутый двуручник. Большой изогнутый меч наемников Кайдена, острый как скиметр и увесистый как топорик. Он не просто в обращении, предназначен для сильных и ловких воинов. Но стоит приноровиться, он станет грозным универсальным оружием, которым можно биться даже сидя в седле. Навык — это удар с разворота, излюбленный прием ловких воинов. Наносить врагам быстрый рубящий удар с разворотом также может провести дополнительную атаку. Для этого нужно 19 сил. Ну да, не наш вариант. Нам что полегче. Еще за кадром обязательно прочитаю, повышает ли навсегда этот сколок рун там максимальные очки здоровья. Но я так понимаю, да, там пока великая душа, пока мы, видимо, какого-то босса сюжету основного, да, в середине игры не вольнем, они, наверное, должны действовать. Ну, блин, я не понял, действует или нет. Так. Вера, да. А вера все качает, получается, да? Нет. Просто левел качает. Логично. Так. Или силу. Давайте силу. Нет, или силу. Или силу. Я хер знает. Да силу, ладно, давайте. Вера пока все-таки не нужна. Исполнили. Ну что, ребят, на этом мы будем заканчивать нашу 8-ю серию по игре Elden Ring. Большое вам спасибо за просмотр. С вами был Бездельник. Оставляйте комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на канал, если почему-то еще этого не сделали. И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Прохождение по Elden Ring и другие. Другие, кстати, вы все можете найти на канале. И в описании тоже можете найти, увидеть что-нибудь там интересненькое. Ну, всем безделья и пока!